Приветствую, дорогие друзья, с вами канал Максимадзе, и сегодня мы поиграем в один мод на игру Hello Neighbor, или же Привет, сосед. Короче, Ярослав Кирюхин нам его прислал, большое спасибо ему за это. Называется он Alpha 1 Extended. Тут что у нас по настройкам? Английский язык, во-первых, графика у нас. 7 Apple. Сохранилось же, да? Нет. Не знаю почему. А, ну это... Может это не для нашего компьютера. Давайте, ну может поставить... Может эпик хотя бы поставить. Или хай. Чё, эпик нельзя поставить? Алло, работай давай. Ну ладно, фиг с ним, короче. Настройки окна. Что у нас тут экстра сеттингс? Это в бете недоступно, ну ладно. Выход экстра пока недоступно. И новая игра. Как мы видим, здесь три уровня сложности. Я пока запускал только один. Ну и давайте мы его легкий, собственно говоря, и запустим. Может быть и другие тоже потом посмотрим. Пытался пройти этот мод на легком, да так и не удалось, но может быть у нас сейчас с вами попробуем, но он реально сложный даже на легком. Короче, что мы видим? Во-первых, вблизи очень даже графика такая красивая, реально такая красивая, прям впечатляющая. Ключик берем на F. Открывается у нас все. А как выбросить? Что-то он до этого не выкидывался. Ну что он не выкидывается-то, блин? Кладется только что ли? Так, лампа, она... ее можно выключить? Да. Хорошо. Ка, ящики тут у нас. Фонарик есть, за это большое спасибо. Сразу телевизор работает, но почему-то не выключается. Короче, а вот вдаль что-то графика не очень, немножко пиксели видны. Ладно, ложимся, тут даже анимация есть. Ну, у нас моделька, правда, черная, не проделанная. Так, день, я так понимаю, наступил. Ну и ладно, пошлите. К соседу вот то, что двери вот тут проходят, это некрасиво, конечно. Надо бы это поправить. Короче, как видите, у нас тут птички. Я предлагаю немножко громкость уменьшить, потому что я боюсь, что когда сосед на нас агрится, музыка громкая будет. Ну-ка, он будет вообще кидать это, нет? Чё замок не берется? Ну а коробка, опа, чё? Я что-то этого не видел. Он кидать-то будет, нет? Он что, он не кидает-то ничего? Или тут нельзя кидать? Как печально, блин. Короче, вот сразу же у меня вопрос. Есть ли тут третий этаж? Во всяком случае, я что-то не пойму, есть там дверь или нет. Что-то не видно, если честно. Может, отсюда будет видно. По-моему, нету ее там. Вот здесь есть, и причем двойная дверь. В отличие от Альфа 1, где там была обычная дверь одна. На том балконе, может быть, тоже что-то есть. Ну, давайте заглянем. Посмотрим. Не, по-моему, нет. Ну или не видно. Ну, там тоже дом есть. Еще один. Но мы туда не попадем. Консоль не работает, кстати. Возможно, это альфа на другом движке сделано. Потому что оно реально немного не совсем похоже, что это был тот же движок. Давайте проверим. Так, вот рычага что-то я не вижу. Чтобы который мог открывать гараж. Такой и... Ой, блин. У нас только один
А только на замке дверь держится, больше ни на чем. Нет, это шаги соседа, по-моему. Так, могила. Ого, ничего себе. She's dangerous, stay darkness with consume you. Что это такое? Я что-то забыл вообще про это. Короче, ну я так понимаю, колокольчик надо. Никакой лопаты здесь нет. Может, она появится потом. Надо. Ну, в общем, узнаем. Короче, есть лифт. Надеюсь, он работает. Ой, блин. Дикий сосед-то, блин. Короче, сосед тут реально такой опасный. Давайте еще тише сделаем. Громкие достаточно звуки. Давайте 5. Извините. Надо бы попробовать как-то найти, где этот ключ. Прохождение на ютубе этого мода я нигде не находил, так что придется думать самому. Что-то вроде видно, а может и нет. Надо как-то на второй этаж пробраться, наверное. Давайте попробуем. Соседа там нет, случайно? Я колокольчик успел взять. Он сохранится, интересно? Он сохранится, отлично, отлично, хоть что-то полезное вон уже есть. Хоть в чем-то есть преимущество. В отличие от обычной Альфа-1, там вещи не сохранялись. Так, надо попробовать. Давайте закроем, может. А то что-то страшное сейчас немного. Опа. Лопата появляется магическим, блин, способом. Ну офигеть просто. Так вот я ничего не вижу на самом деле. Это вскапывается. Да, вскопалось. Манекен учительницы, конечно же. Ё-моё. Ёперный театр, что происходит? Такое чувство, что сосед где-то тут может быть. Ух, ёперный театр, ничего себе математика тут. Ой, а чё меня передвигает в эту сторону-то? Вы поставьте сюда. Ох, ё-моё, пипец, я такую математику давно не проходил. Ну, давайте попробуем. Так, 100 умножается на 16, получается 1600, блин. 1600 в корне, блин, ну-ка давайте искать. Калькулятор, ну-ка быстро дайте мне сюда. А здесь, а где тут корень-то в этом калькуляторе, блин? Так, надо вспомнить. Я реально забыл все это. Корень это вроде бы когда... Корень это то число, которое умножается само на себя и получается это же число. 1600. Это у нас с чего получается? Нет. Так, ну-ка, если вот так... Это 40 будет. 40. Но мне что, две циферки надо, что ли, приклеивать? Я пока это буду делать, меня сосед поймает. И сосед, кстати, что-то быстро на втором этаже оказывается. Что вообще страшновато. Ё-моё, он там был. Блин, сосед какой-то тут вообще... Опасный вообще, быстро что-то находит он меня. Кстати, а тут баки есть? Я мусорных баков что-то я тут не вижу.
хотел проверить, можно ли на них летать, но мне кажется, что нет, потому что тут другой движок, такое чувствую. Да ёп! Да он, блин, он меня ждал, что ли, специально? В смысле? Ну это уже какой-то парится. И что мне делать? А, все? Я уж думал, сейчас придется ложиться спать. Окно что ли чинит или что? Или протирает, не знаю. Ответ на первый пример — это 40. Вот только сосед мне его не даст решить. Он уже наверх пошел, блин. Он все время наверху теперь будет стоять. И как мне попасть туда тогда? Скажите мне, пожалуйста, блин. Ну-ка, с обратной стороны можно войти? Давайте посмотрим. Говорит, почему здесь нет окон? Так, здесь нет вентиля. Эта штука открывается. Нам это ничего не дает, я думаю. Мы сможем вообще попасть наверх? Ну-ка, лифт, лифт. В лифт давайте. Ну-ка, открывайся. Открывайся. Почему тут нет кнопки? А, он работает. Даже звук есть. Кнопку нажми хоть какую-нибудь. Погуляем здесь. Здесь нету ничего вообще. Тут была комната с мониторами. Здесь ничего сейчас нету. И куда? И куда нам надо? Скажите мне, пожалуйста, отбойника здесь нет. Надо ключ найти. Ключ нужно найти. Вот где его искать, я пока не знаю. Дырка по-прежнему в полу есть. Ого, нифига. Тут, оказывается, тут третий этаж есть. И тут ключ от него. Блин, а вот это интересно. Блин, мне реально интересно, что там находится. Если мы это не пройдем, ссылка будет в описании на этот мод. Обязательно. Да ёп! Да блин, он что, знает, что ли, все время, где я? Сосед меня уже бесит. Просто вот реально бесит. Извините, эмоционально, конечно, но просто вот реально уже бесит. Он опять на второй этаж пошел. И как мне в ту комнату попасть, скажите мне, а? Ну вот как я должен попасть туда? Я что-то не это. Давайте посмотрим, что во второй комнате находится. А здесь ничего нет. А здесь что находится? Так, давайте посмотрим. Опа. А сюда можно пройти так? Хорошо. Че это за цепи, блин? Что тут у нас? Тут ключ должен быть. Он тут есть? Что-то не вижу я его. Так, ну тут, понятное дело, дверь, идущая в никуда. А вот ключа что-то я тут никакого не вижу. Мне кажется, никакие примеры решать там и не надо. Потому что эта фигня и так уже открыта. Но где ключ-то искать? Я что-то не понимаю. Ключ-то где искать? Где тут ключ вообще может быть? Там нету ключа. Здесь тоже я что-то не вижу его. Это зеркало? Да не, не похоже. Потому что там нет нашего отражения. А эта штука работает вообще, нет? Опа-на, секунду. Это включается? Она загорелась, но это ничего нам не дает. И куда нам вообще, я что-то не понимаю. Может, это за картинами что-то есть.
Вот это вот цепь какая-то непонятная. Что это такое? Что-то я не понимаю, серьезно. Ключ где, блин? Я же вроде бы все уже посмотрел. Хотя я другие. Ну, хотя спальню я не видел еще. Давайте посмотрим, если сосед, конечно, там не поймает. А что он не открывается-то? Эй, откройте, блин! Что-то мне непонятно. Куда надо-то? А, вот, 40, 40, подождите. Вот, 40 же. Берем 40. Влезай, влезай, дебил! Ставим сюда. Эй, а чё? Ой. Окей, поставил. Так, смотрим следующий пример. 25 умножить на 81. Ну-ка, быстро, быстро умножаем нафиг. Да, он, походу, меня в кабинете ждет. Всегда. Просто вот задрал он меня уже, если честно. 25 умножаем на 81, получается 2025. 2025 в квадрате. Ой, какой он в квадрате? В корне. А, вот корни. Ну-ка, проверим. Подождите, это не то. Блин, а где тут... Где тут такой режим-то, блин? Какой нан, блин, где? Как, где корень-то тут искать, блин? Нет, подождите. А, не, подождите. 2025 запоминает? Корень... 2025. 45. 45, хорошо. Мы это запомнили. И надо бы попробовать это сделать. Так, сосед, по-моему, сейчас пошел не на второй этаж. Так что быстренько, быстренько идем. Вот, 45. Устанавливаем, хорошо. И... Во-первых, обалдеть. Какой пример? Ну-ка быстро фоткаем его, пока нас сосед не поймал. Я сфоткал, на всякий случай. Давайте решим его. Что у нас тут? Блин, ну я вообще уже далек от этой математики, ребята. Я давно это проходил. Школу уже закончила. А от этого забыл все. Так. Корень. Корень 400. Не, подождите, сначала 400 умножить на 25 умножить на 0,36. 3600 получается. Корень из 3600. 60. 60. Ищем быстро 60. Ну, тут еще есть 11, кстати. 60-то где? Не это случайно? Это 11. Я вижу 37 еще. Да ё-моё. Ладно, 60, мы поняли, 60. А вот... Ну где она лежит? Я что-то ее не нашел. Я нашел 37 и 11. Ну-ка, 60 умножить на 60. Да, 3600. Капец, как я забыл математику всю эту. Ой, математика, это не мое. Это не мое. Ненавижу, ненавидел математику никогда. Пи***ц, это что за огоньки? Там светлячки какие-то, давайте посмотрим. Это что такое, блин? Этот сосед меня уже бесит. И зачем я это скачал? Нафига мне это объяснили? Ладно, давайте фонарик возьмем. Попробуем ночью. Он рабочий, я надеюсь, да? Сосед вот, я боюсь, что еще может видеть фонарик, когда он включен.
как сыщики, нифига себе, а ночь-то выглядит не довольно-таки красиво, только вот фонарик какой-то яркий очень. Да ёб! Какой-то. Господи, достал от меня он уже, он все время там, блин. Да ёб! Да пошел ты! Просто... Я не могу. Да блин, сосед, иди на... просто. Выходим еще раз. Попробуем найти эту шестидесятку. Просто я уже не могу. Где шестидесятка-то, блин? Закрой двери. И сосед такое чувство еще, что проходит сквозь стены. 60-то где? Где 60? Тут что-то я не вижу такой цифры. Такого числа. Где оно? Давайте 11 попробуем прилепить. Пофигу, блин. Нет, конечно, это ничего не дало. Ну, 60-ка-то где, блин? Я 37 только вижу. И она что-то не берется. Алло, берись! Да меня сейчас опять поймает. Блин, ну и где 60? Может, где-то в другой комнате она лежит. Мне кажется... Что-то я тут не вижу никаких комодов, ничего. Короче, давайте попробуем найти где-то в доме 60-ку. Ну, я не вижу других вариантов. Просто не вижу. Ищем. Давайте поищем в другой комнате. Блин, ну это какой-то... Комоды я уже смотрел, нет? Смотрел, блин, да. Чё там нету, нифига. Чё-то FPS такое чувство, что еще падает, блин. Лампа не загорается. Здесь нифига нету. Рисунков, кстати, детских тоже тут нет, как ни странно. Какой смысл нам вообще туда идти, прыгать? Блин, тут закрыто. Ой, это пи***ц. Я не могу. Так, в этот комод мы еще не заглядывали. Может быть, здесь еще что-нибудь есть. Короче, нету правильного ответа в комнате, в той. Здесь вообще ничего нет в этой комнате. Короче, надо где-то 60-ку найти. Она где-то должна быть, я думаю. Раз уж такой пример. А давайте спустимся вниз. Может, где-то... Реально в другой комнате она лежит. Табличка Exit, блин, лежит тут. Здесь ничего не лежит. О! Что за? Это что за только что был? Почему... Разбилась ваза, у меня экран потемнел. Это что такое вообще было? Я что-то нифига не понял. И сосед появился. Ох, это просто я не могу. Господи. Почему все так непонятно, блин? Соседа искусственный интеллект, кстати, еще и развитый, походу, такой.
Не, ну это явно намек какой-то на то, что вот ваза разбилась, и это что-то реально должно означать. Опа! Это можно схватить? Куда это? И что с этим делать? А, ну-ка убери это отсюда. Под кровать нельзя залезть. С вазой с этой что, блин, делать? Опа, это что такое? Секунду, что это за картина? Капкан. Капкан приделать к цепи. Секундочку. Я же что-то такое находил тут. Чё? А, это из комнаты с могилы, блин. Чё за батарейки тут лежат? Я не понимаю, что. Камера, у которой нет текстуры. Офигеть. Поехали нафиг. Третий этаж. Третий этаж, поехали. Поехали, я сказал. Нажимайся. Не работает. А четвертый? Только второй работает. Ах, как грустно. Там что-то про капкан было. Давайте зайдем сюда, там что-то было про капкан. Капкан надо на цепь, что ли, прицепить. Ну-ка, давайте попробуем это сделать. А, погодите, а тут это. А тут он прицеплен же. А он прицеплен. Уже типа. Я думал, это какая-то подсказка нафиг, а это ничего вообще не дает. Что-то тут светится, а такое чувство, что отсюда. Я не понимаю вообще, ничего не понимаю. Где ключ? Где шестидесяточка? В гостиной, может, что-то валяется. Где я не вижу, блин. И чё? Чё тут не лежит, блин? Закрыто, где ключ, я не понимаю. Слоты под предметы, блин, где это все? Только один предмет, кстати, такое чувство, еще и можно взять. В комоде. Шестидесятка! Шестидесятка нашлась! Офигеть, я уже думал, ее нигде нет. Да еб... Просто уже нервы не сдают у меня. Вообще от этого соседа просто... Я не могу, серьезно. Но мы нашли шестидесятку. Ну, уйдет оттуда или нет? Он вообще забаговался, по-моему, блин. Ой, ну-ка быстро с той стороны давайте забежим в лифт. Прицепим шестидесятку, посмотрим, что из этого будет. Вот мне реально интересно, что будет. Быстро, 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 давай. Открывайся. Поехали, поехали, быстро, поехали. Ну что ты не работаешь-то? А, вот, все. Поехали, поехали. Мне просто горит уже вот вообще. Сосед этот. И момент истины. Секунду, отойди. Что это такое? Опа, оружие. Появилось оружие магическим способом. Окей. Ну-ка дай сюда нафиг его. Закрывай дверь. Сейчас будем стрелять. А оно не стреляет. А оно не стреляет. Китайская бестолковая. Оно вообще ставится сюда? Нажимайся. Оно же не работает. И что мне с этим делать? Ну пип.
Ну чё ты? Блин, я походу просрал возможность. Просто какой-то вообще. Ой. Мне что, еще раз надо? Мне что, перезапускать это все сейчас надо, что ли? Ой, обидно просто. Ладно, чик-чик. Так, что ты делаешь, Алоп? Так, включаемся, полетели. Включаемся, полетели. Полетели, кнопку нажми. Ну и что не работает-то эта игра-то? Да в смысле, да ё-моё. В смысле, да вот оно ружьё. Ты чё? Блин, ты чё прикалываешься, что ли? Оно еще не вытаскивается отсюда. Китайское бестолковое, просто фигня. Ну чё ты? Ой, так и не узнаем, что находится в этом подвале. Фуй, так. Короче, ладно. С этим дерьмом мы покончили. Давайте посмотрим, что такое медиум и хард сложности. Выйти из игры можно только таким способом. Так, короче, перезапустил я игру. Пришлось ее распаковывать, потому что перестало что-то запускаться. Что такое нормал? Не медиум, а нормал. Давайте смотреть. Фух, я просто не могу. Игра просто какая-то. Что-то я, честно говоря, не вижу пока никакой разницы. Игра с ружьем не работает нифига. Даже если кнопка не была нажата тогда. Я что-то разницы не замечаю никакой. Блин, а тут никакой менюшки нету. Escape не работает, там не работает. Как вернуться в меню-то? Меню, как открыть меню-то? Никак, только... Кнопку Windows нажимаем и выходим нафиг. Да ёп! Это вообще просто я не могу. Да ё-моё! Ладно, фиг с ней, короче. Надоел. Надоело уже просто. Мы так и не узнали, что находится в том подвале. Мы так и не узнали... Что находится на третьем этаже за той заблокированной дверью. Просто непроходимый мод. Я не знаю, как его пройти. Да, мини-игра с ружьем не работает. Ой, недоделанный мод. Недоделанный. Ссылку на него я оставлю в описании. Может, кто-то из вас, может, вы сможете пройти. Напишите, если сможете. Ладно, на этом все. Фух. Сегодня с таким пожаром был выпуск. Такая длительная работа мне сегодня по запикиванию предстоит. Да, но этот мод просто меня выводит из себя. Ладно, все.
Всем спасибо за просмотр. С вас лайкос пиздёзы. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримский канал, на группу ВКонтакте. И всем пока.